И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на операции. Сегодня мы пойдем все-таки за Дрейком, потому что я так подумал, реально, вот любой Дрейк нужен. Любого левела, даже самый маленький. Почему? Дрейк? Да, скальный Дрейк, да, все правильно. Ох, кошмар. Любого левела нужен. Почему? Потому что даже по поверхности я не могу лазить без Дрейка. Как там ведь? О, точнее, выращивать, все это будет, я думаю, потом. А сейчас. О! И, кстати, да, аккумулятор не обязательно на 100%, на 490 уже, по крайней мере, точно уже появилось вот это дело. И, как видите, 15 элементов у меня есть. На репликатор нужно 100. И только в нем я могу все тековское делать. Ну, вы поняли, да? Чтобы создать генератор, броню и так далее, мне нужен репликатор. Даже есть плюсовский генератор. Ген, ну не пут, а ген. Вот. Сдается стек репликатор. Вот, поэтому как бы... Кстати, да, вот аккумулятор можно сюда закинуть. То есть, я-то думал, нужно, чтобы полный 5000 заряда было. Я и думаю, почему там, типа, было написано в описании про вот это, типа, не закидывайте 10 штук. Типа, он сразу же выключится. Типа, весь заряд закончится и выключится. 8 закидываешь, как бы здесь 8 всего лишь-то и нужно на создание. 8 закидываешь, он сразу же их заряжает. Я вот с тобой таскаю ресурсы. Закидываю, он заряжает сразу же, и все. Установил телепорты около троих уже. То есть вот, это был зарядник 1. Сейчас летим к заряднику 2. Ну, собственно, те места, которые вы прекрасно знаете. Закидываем все аккумуляторы, закидываем ресурсы. У меня здесь просто рандомное число. Все, видите, заряд батареи пошел. Заряжается батарея. И, соответственно, я... То есть мне не нужно бегать за светлячками, как я бегал. Вот как-то так. И черт побери, это просто ужасно, до ужаса долго. Как люди выживают? Вот как люди добывают элемент без убивания боссов? Вот так? Это же кошмар долго. Вот, и по 3, как бы, ну, сами видите. То сейчас у меня будет 21. Ну, можно так сказать, пятая часть от нужного минимума. Ужасно долго. Но благодаря магии монтажа можно все это дело миновать. Кстати, да, очень прикольно, что разрабы сделали несколько стадий заряда. То есть она вот так темного, светлее, светлее, светлее становится. То есть по мере заполнения заряда. Это клево. Это чертовски клево. Кстати, да, я раньше тупил, я думал, когда первый раз все это. Или не тупил, или так было, но я заряжал по одному. Они по факту все равномерно заряжаются. То есть ты засунул все 10, оно все 10 будет разом заряжаться. Вот такая вот фигня. 21 элемента. Да, клево. Ну и третий у меня стоит там, где этот, радиация глушит. Ну, мы туда не пойдем. Или пойдем. А, ресурсы есть. Ну, давайте сгоняем, почему бы нет. Так, не то, не оно. Так. А, во! Он в эту сторону. Видите, я даже специально подписал радиация. Но там радиация не бьет, где телепорт стоит, не бьет. Ну там не радиация, а это, галлюциногены. Ну, типа, грибочки захавал, и все нормально. Вот, закидываем сюда аккумуляторы. Закидываем все нужные ресурсы, сваливаем отсюда, ждем, пока все это дело зарядится. Да, долго бы я ждал. Здесь станция еще на восстановление. Вот я протупил. О, клево. Вот бы я долго ждал. Да, я тут еще это успел галлюциногена сожрать. О, точнее, подхватить. Ну, да бог с ним. Значит, не судьба. Летим домой. Вот как-то так. Ужасно.
Ужасно, ужасно много нужно элементов. Но в целом, как бы да, то есть с плашками на телепорт, то есть ты как бы тпхаешься по всем этим, просто тебе остается ждать эти. Причем можно будет сделать аккумуляторов, допустим, по 8 штук, да, то есть делаем аккумулятор. Аккумулятор. Вот. То есть они копеечные, делаем их дофига, сразу же в каждый закидываем по 8 штук. То есть я просто раз в 50 минут, там, 47 что ли минут, раз в 50 минут туда тпхаюсь по всем, прошелся, ресурсы позакидывал, создавал, аккумуляторы там остаются, я только ресы забираю. Все. То есть можно делать так, но это только на локалке катает, как бы вы понимаете. Все, выкидываем обратно. Элемент тоже, потому что мы идем за Дрейком. Эй, да, вот такая вот фигня. Так, я думаю, оружка мне сильно-то не поможет. Хотя, может, и поможет. Арбалет. Не, давай зиплайн сделаем. Вот, я думаю, что за фигня. Опять стрелы. Вот здесь я что-то делаю дофига стрел. Вот из-за вот этого я делаю дофига стрел. 10 дипланов есть. Пригодятся. Единственное, что вот в пистолете хорошо, это создание его патронов. Да? То есть вот, допустим, делаем хоп-хоп, и все, они пошли. Не надо вот это вот простые пули для пистолетного патрона, вот это все. Не, ничего, просто шлеп-шлеп-шлеп, и все. Удобно. Немного. А, я обычно полтинник накидывал. Ну, тоже пойдет, ладно. Хоть какое-то оружие будет. И теперь идем. Ага, нет, не идем. Мне нужен. И. А, кстати, смотрите, что есть. На них же надеваются шапки. На них надеваются шапки, и просто это просто что-то с чем-то. Вот на кого нужна эта шапка, да. Если не ошибаюсь, я в прошлый раз также с этого кайфовал. Но, блин, это клево. Это клево, да, я как бы все скины на шапку. О, подожди, какие скины на шапку? Я не все скины на шапку выкинул. И смотри, что я могу сделать. О! Смотри, что я могу сделать. Ну-ка. Так, так. Инфернальный. Лампадок инфернальный. Ух, клево. Но. Эй, подожди, не то. О, да! Ты смотри, как шлем-то растянуло. Не, вот так явно круче будет. Инфернально, конечно, клёво, но... Но нет. Но нет. Так. Кнопочка. Оп, свет. Камера, мотор. Отлично. Так, так, так. И нужный. Вроде куда-то туда. И, естественно, кто бы мне напомнил, что здесь радиация. Ох, ты ж нифига, я ее тут словил. То сколько, клёво-то как. Ух! Ну все, обождали. Прошел эффект. Можно валить. Так. Я думал, лучше забраться наверх. И отсюда немножечко смотреть. Скальные дреки, как мне помнится, они были... Где-то не здесь. Так. Ну, конечно, можно кристаллы подлетать красным, но пока лучше не нужно. Если что, у меня свой телепорт есть, я всегда могу тпхнуться. Скальные дрейки, как мне помнится, я искал по одной примете. Находишь хребет и летишь вдоль него вниз. Хребет. Или хребет. Такс. По идее, это он. Если мне что, туда лететь? Так, я. Так, там.
Ну, по идее, да, мне туда лететь. Ох, как страшно. Кто бы знал, как страшно. Не говорил бы мне лететь туда. Так, давай лучше вот так, да? Ну, все-таки давай поярче сделаем. Ну, все-таки YouTube дело такое, он еще потом порежет. И вообще беда будет, конкретно. Какие знакомые места. Но что-то мне подсказывает, все-таки не туда, что ли, я лечу, а? Так. О! Вот он, хребет! Я лечу туда. Восьмого. Ну и жопа. Ну и жопа-то, короче. Мало левельные. Секер! 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 Вырубайся! Вырубайся! Всего-то нужно было свет вырубаться! И все. И они отогрелись. Мне просто нужно было вырубать свет. Да, все-таки свет на клавишу — это нужная штука. Окей. Окей. Ну, пока мне свет точно не нужен. О, здесь как-то получше. Здесь не так обгажено все. Во. Могу даже яркость вырубить обратно. Вот. Там прям похуже как-то было. Плашечки телепорта у меня, естественно, нету. Но... Как страшно! Как страшно! Ты сильно-то не это, не пугай меня. Там падок, там просто что-то хрюкнул, я аж испугался. Так. Где я гнезда? Эй, Дрейки, не подскажете, где ваши гнезда? Но здесь я яснокрыло лутал, блин, томил. Это я точно помню. Это я точно помню, я вот в этих вот местах бегал, яснокрыло томил. Слушай, я реально не помню. Вот старый видос свой пересматриваю, где я это... Находил я, ну, это яйца, ну да, яйца, гнезда, короче. А еще мне сыкотно вот приземляться вот на такие места, так как здесь... Ну как бы Дрейки тусуются, они же невидимые вообще-то. Ой-ё! Чуть не упал. Так. Так я, наверное, гляну. Где я находил, в каком районе. Туда я вроде бы просто тусовался. Да, давай глянем. Ну, тоже не сильно понятно стало. Но, если не ошибаюсь, в ту сторону нужно идти. Самое смешное, я тогда тоже смотрел видос, чтобы найти. Да. Так, мне больше интересно, что там радиация должна... Да, это просто то, что зона радиации не более. Это хорошо. Это хорошо, что радиация не бьет. Но все еще страшно. Там должны быть желтые места. Так, вот, хребет. Где-то ниже, короче, надо идти. Как я буду... А, ну выбираться-то я буду телепортом, окей. Хребетушка. Там же где-то заметка должна быть. Вроде бы. Или там что-то такое есть. Вперед! Страшно! Страшно, да, ужасом. Так, что ты шепот мне показываешь? Так. Ну здесь уже Дрейки бегают. Да-д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 а. Вот они, Дрейки. Они уже здесь тусуют. Просто включаю уже. О, во-во-во-во-во-во-во-во! Вот там, 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 вот там. Вот там. О, появился, исчез. Красава! Вот в этих местах они находятся. Ну, собственно, да, вот. Я же встал около хребта. Назовем все-таки хребет. Выглядит как хребет, будет хребтом. Проблема в чем?
Одни не летают, но... Безымянный, добрый вечер. Они не летают, но... Они лазят по стенам, это еще страшно. Джонни, они на деревьях, они повсюду. Так. И второй вопрос. Как я-то буду вот так все это делать? Мне бы какое-нибудь одно яйцо реально. Вот просто одно любое яйцо и все. Знаешь, вот прям реально любое яйцо, любого левела. У них, по идее, должны быть такие же гнезда, как и у обычных виверн. Да, это же не обычный виверн, а фигня какое-то гнездо. В общем, у них должны быть такие же гнезда, как и у виверн, по идее. Где эти яйца будут гнездиться? Ну ладно, сейчас уже специально сказал. Будут находиться. Ну вот. Но проблема реально в том, что я-то опускаюсь все ниже и ниже, а я еще не нашел, где яйца находятся. Я очень надеюсь, что... О! Во! Яйцо, мать его! 12 левел. Блин! Да, я сказал любое, но блин! А можно еще что-нибудь? Посмотрите, потому что я потом, типа, с любым этим дрейком я смогу... Ты че, дурно что? А, это мелкий, я думал, там Дрейк опять. Нет, он ссорился. Нет. Я потом уже мне будет легче, скажем так, Получать яйца. 12 левел. Черт побери. А, дурной! Появился. О! 80-й! Что? Пошли в жопу! Свет, камера, мотор! Чувак, врубайся! Пошел! Взад! Страшно! Страшно, вырубай! Пошел ты! Блин, да хмать твою за ногу! Всех на куски порву! Так! Держайся! Ты нифига себе, 80 левел, ты твою мать! Давай! Так. Так как я 4 раз, я... Оп! Пошло все в жопу! Не, ну не серчайте! Ей-богу! Чтоб я еще пешком пошел за Дрейками. Да ну нафиг. Ой, я жути хапнул-то. Ужас просто. Инкубатор надо делать. Я только через инкубатор его буду делать. О, надо еще посмотреть, чем это. А, чем его выращивать надо. Там в случае мне этим. Соком Дрейка. Ой, Дрейка. Рипером. Они действуют как... Ой, я сейчас чуть на Е не нажал. Я сейчас хотел навестись и на Е нажать. Вот я тупой. Так. И вот так. Все, больше на Е не жмем. Так, инкубатор. Не ШТ на ИНУ. Нет. Вот из-за этого я постоянно убиваю Тег Дина. Электроника, мать ее за ногу. Электроника. А, у меня еще этого нету. Жемчуга у меня нету, да? Да, у меня жемчуга тоже жопа полная. Да. Вот такая вот фигня. Ой, да и бог с ним, короче. Тем более, что уже серия 19 минут проходит. В следующей серии его повыращиваем. Очень сильно жути хапнул, честно. Сразу говорю, сорян за то, что я телепортом оттуда зриснул. Но честно, я даже представить не могу. Я не помню, атакуют они как виверну после того, как я на них нападаю там, или нет. Я этого не помню. Рисковать не хочу. Ну и камон, у меня телепорт есть. Сейчас бы вот не пользоваться благами человечества.
Но в туалет тоже ходите, бумагой подтираетесь, не лопухом. Но не об этом суть. Вырубай свет. Ладно. Дрейк, Мичка, мы залупали. Он 80-го левел. Это офигенно. Это просто офигенно. Это, по сути, такой, ну, хорош, добротный левел. Поэтому что? Поэтому в следующей серии его поворачиваем и побегаем в рейке. Возможно, даже по поверхности побегаем. В общем, короче, в следующей серии будем выращивать и качать Дрейка. Да. Надеюсь, там нету никаких подводных камней, когда я прочитаю, что да когда где, я там офигею, как бы выращивать. Все, на этом все. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, поддерживать, потому что делиться моими видео своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока.